Ё-моё, твои любимые средневековье. Подкова. Ага, только это не средневековье. Царь подкова, но царизм. И что ты хочешь сказать? Зелененькая штучка. Которая рассыпалась тут же? Ага. А-ха-ха-ха, малышка. Копеечка. Ну, говно. А, не, ну, такое. Малышка. Она же, ты ее... А, это этот был, как отпечаток с ней. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Конечно, прекрасно. Жаль, что не целая ложка. Ну вот, наверное, вот такая вот была, да? Ну, небольшая, да. Больно широкая. Где-то вот так вот не хватает. Блин. Ладно, без нее, забирай. Ничего себе, я думал на поверхности прям, а тут ни хрена не на поверхности. Сейчас посмотрим, кто это. Фига себе. Ничего себе, еще глубже. Да ладно. Ну, это, наверное, вряд ли монета. Это какая-то хрень. Ты не поверишь, но уже больше штыка лопаты, но... Оу-е! Ха-ха! Детка! Монетка. Вон она. Не видно.
2 копейки 24. Недалеко. Вот, ушел. Ну ладно. Че? Да ладно, еще глубже, что ли? Но это уже другой формы сигнал. Давайте наковыряем. Слушай, я наковырял. Вот она. Копейка 24. Ну, если будет в хорошем состоянии, у меня такое... Она будет более-менее нормальная. Горло. Горло. Ну, так. Копейка будет вот с этой стороны хорошая. Аллилуйя. Еще одна. Не. Стоп, вот она. Вот она. Ой, серебро ли? Из, это, из кармана, смотри, материал. Бумажка? Нет. Кармашка, кошелек. Да подожди ты, брат. 10 копеек. Ну-ка, двинь-ка. Максимка, соскочи-ка. Все, что ли? Давай натирать. Че натирать? Там 21, 22 или 23 год. Со звездочкой. Лопатку уберу. А где у тебя силикет? Еле цепляет. Ну-ка. Еще одна. Подожди, брат. Давай вот.
Не, она вот здесь вот. Вот, проверяй. Ну ладно, давай. Нет. Погодь. Погодь. Ну не спеши. А, не спеши. Хочется. Медленно, медленно. Мне не достает. О. Не. Так, а теперь давай я с вами потыкаю. Подожди, подожди, подожди. Давай теперь. О, натыкал. Вот она, серебруля. Нет. Две копеечки. Ну уже алюминиевая бронза. Иди. Она лежала рядом, серебряная, видишь? Ага. Кошелечек. 26-й год. Ща, еще отряхнем. Погодь. Ну-ка, лопаточку чуть-чуть. Yeah.